Добрый день! Сегодня покажу вам красивейшую породу цыплят этой породы, цыплята брамы темной. Очень красивая птица, они мне так нравятся. Птица огромных размеров вырастает. В годовалом возрасте курочки около 4 килограмм, петушки 6 и больше. Цыплята брамы темной. Уже вот по крылу, по окрасу, можно уже увидеть даже, где курочка, где петушок. У курочки, вот я такая курочка, у нее такой уже узор чешуйками. Вот кот узор чешуйками, четкий узор. А петушки, у них вот на крылышку такого вот четкого узора нет. Вот видите, вот слева курочка с четкой чешуйкой узора, а справа крайний петушок. У него такого узора еще нет. И шейка. У курочки уже более светлая шея, а у петушка растет темная шея. Темное перо на шее. Лохматые ножки красивые, очень красивая порода, шикарная порода просто. Птица спокойная. Вот такая красивая птица. Вот как раз ближе к нам петушок, а дальняя курочка. Гребешок убран вороховидный. Тем они отличаются в первую очередь от кахинхина, потому что в кахинхина гребешок листовидный, невысокий. У брамы тоже невысокий гребешок должен быть, вороховидный. Вот такие красивые, миленькие детки темной брамы. Красавица. Очень красивая птица. Рекомендую всем. Ну, просто птица для души. Приятно просто смотреть. Декоративная мясо-яичная птичка. Такие куры не летают. Они тяжелые. Крылышках даже видно сразу, вот где курочка, где петушок. И что в темной браме интересно, что тут и курочки, и петушки, у них красные гребешки все равно. Вот породы в основном петушков уже маленьких, гребешок начинает краснеть, а у курочек такой бесцветный. А в темной браме, у темной, они как-то вот у всех вот красные гребешки уже. Хоть вот курочка, а гребешки какие-то красные сразу. То их можно определить, петушок и курочка, именно вот по окрасу пера, по форме пера. Вот у нас аисты. Вот слышно, как аисты стучат. Потом посмотрим в другой раз. Там у меня уже есть на канале 3 ролика про аистов. Я рассказываю. А сегодня смотрим цыплят брамы темной. Ну, кому
понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!